Татьяна Степанова прошлась по списку уже предложенных вариантов на 2019. Всего их 20 – от года молодых семей до года соседей. А что соседи? Год каких соседей? У нас соседи-то сейчас как живут? Не знают друг друга. Мне кажется, что год семьи лучше. Нет, как вы думаете? А год пенсионера? Ну, и за пенсионеров разговора нету. Ну, а лично для себя женщина решила сделать следующий год здоровья. И, несмотря на свои 70, начать бегать. Быть здоровой, быть всегда веселой, не унывать. То есть личный год здоровья? Да. Дмитрий Комаров уже выбрал. Следующий год в Югре нужно посвятить развитию образования. Вузов на местах мало. Определился и с личным годом. Для себя год музыки. Саморазвитие – это всегда хорошо. И я считаю, что я буду развиваться в этом направлении. А вот пенсионер Геннадий против любых тем для будущего года. А мне по барабану. Я в этом году накатался и в Сочи был, и во Вьетнаме был, везде был. Так что сейчас спокойствие хочу. Алина Давлетбаева считает, что в Югре нужно посвятить год молодой семье. Проблем у них много, а сама хочет радоваться. Год радости, наверное, хороших событий. И все. Подруги Сони и Вероника едины в желаниях. Пусть будущий станет для них годом котиков, а для всей Югры надо поддержать пожилых. Помогать пожилым. Ну, можете через дорогу приводить. Помогать тяжелые сумки с магазина отнести. Но сами пенсионеры однозначно против выдвигать себя на главных героев 2019-го в Югре. Молодежи много чего надо, и они же такие активные. А вам ничего не надо? А нам ничего не надо. У нас все есть, мы уже отдыхаем и наслаждаемся жизнью. Лично для себя Вера Сумина определила 2019 как год мира. Хочется меньше новостей о войнах и политиках. От лица собачьей общественности инициативу поддерживает пес Рэм. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».